А на видео несет исключительно юмористический характер и не преследует цели оскорбить кого-то ни было. Все, что будет сказано далее, это шутка, основана на тупом чувстве юмора автора. Это вообще плагиат капитана Баськи, ссылка на него в описании. Подписывайтесь. Помните игру That's Level Again? Достаточно простая в техническом плане игра, но при том очень оригинальна. Также подумали разрабы, я ненавижу эту игру. Я считаю эту игру самой реалистичной, ведь в ней можно быть электриком, рисовать, играть в Among Us. Попасть в Майнкрафт, попасть в 3D, бухать, смотреть следствие вели. Поступки. Впрочем, это уже совсем другая история. Взломать Пентагон, прийти на реванш с Дантесом, опять это ФНФ, вкинуться с Беброй, сыграть пианино. Перечислять можно бесконечно. Давайте поговорим о самой игре. Графика тут намного лучше, чем графика в Call of Duty. Герой ходит хуже Широкого Путина. А уровень скачком мне напомнил одну ситуацию. Бухать будешь? Нет. Также мы сможем попрограммировать. Создай. Создай кого? Кого? New Script? New Project? Идите вы все куда подальше, черт возьми! Продержитесь одну минуту. Что? Мне от птиц спасаться надо? Дожили, сейчас птиц буду добавлять в игру. Они пошли бы вы все. В этой игре есть свой Google. Микаса Ру-34, хе-хе. А, нет, не то. Джоджо референс. О, да, давай, to be continued. Ладно, хрен с ним. Погнали дальше. Может. А, во, котят загуглю. Cats. Cats are pretty. Мяу. О, прикольно. Так, что-то у нас дальше. Гайд, что делать, если к тебе пришел бомж. Ага, гуглим. Не то. Что-то, наверное, это оригинальное. Фемнефть. Rule 34. Нет, уж не вариант. Half-Life 3. Ура! Скачать без СМС и регистрации. О да, я этого ждал. Ну чё, не вылезает мне подсказка, так что ладно, хрен с ним. Ну допустим, Cat Mario, что? Что, почему бы и нет? Indie game, ясно. Ну, I hate this game. Ой, у меня вышло. Ладно, хрен с ним. Я настолько ненавижу эту игру, что прошел ее на платину, написал хороший отзыв, наиграл вот столько часов. Короче, итог. I hate this game!